Поделились успехами. Губернатор Саратовской области провел встречу с членами Общественной палаты России. Представители национальных и религиозных объединений страны поделились практикой работы на местах. Что касается Саратовской области, во всех муниципальных образованиях действуют общественные советы, ведется работа по профилактике межнациональных конфликтов. А также в регионе проходят мероприятия, объединяющие представителей разных конфессий. Высоко оценили гости создание на территории области музея боевой и трудовой славы, в котором объединена память о подвигах многонационального народа. То, что вы делаете и с мемориалом, и с музеем трудовой славы, и с этим гигантской стеной памяти, это все путь к борьбы за умы и сердца. Не завоюем умы и сердца. Это означает, что мы не выполним свою главную миссию.